восточный берег Крыма. Неповторимо своеобразна его природа, голубые заливы, неприступные скалы исполины, свидетели промчавшихся тысячелетий, торжественная краса заката, прекрасно черное море. А сколько неразведанных тайн на его дне! Нас, спортсменов-подводников, влекли не только поэтические просторы морских глубин. Ведь здесь когда-то проходили пути древних мореплавателей. В этих бухтах искали убежище от бурь греческие корабли. Не удастся ли нам открыть в подводной пустыне следы древней цивилизации? Впрочем, мы скоро убедились, что дно не пустыня, а скорее цветущий и населенный оазис. Чувствовали себя первооткрывателями, вступающими в неведомый, таинственный мир. Медуза, которая на поверхности кажется студенистым грибом, под водой похожа на парящий в воздухе парашют. Небольшого толчка руками или удара ласт, чтобы рвануться вверх или камнем уйти в глубину. Словами не передать изумительного ощущения невесомости, когда опускаешься все глубже и глубже. Хотели найти хоть какие-нибудь следы прошлого, что порой даже камни обычные принимали за осколки амфор. Заросшие скалы казались нам затонувшими кораблями. Трудно было поверить, что наверху знойное крымское лето. Таким холодом встречало нас дно. Земная жизнь казалась чем-то далеким в этом мире одиночества. И вдруг неожиданная встреча. Художник под водой. Thank you.
были поражены. Неужели здесь можно писать этюды обычными масляными красками? Оказывается, можно. Еще больше удивила нас такая надпись. Зачем она здесь, под водой? Выяснилось, что мы попали в подводную лабораторию Московского университета. Ученые утверждают, что рыбы издают ультразвуки. Изучить эти средства общения обитателей подводного мира – такова задача лаборатории. Совсем забыли о правилах подводного движения, ведь к сетям приближаться нельзя. Запутаться в сетях легко, а выбраться из них очень сложно. Это могло закончиться катастрофой. Запасы воздуха в баллонах подходили к концу, а над головой 15-метровая толща воды. К счастью, поблизости оказался аквалангист из группы Московского университета. Он поделился воздухом. Это был хороший урок для всех нас. Во время подводных прогулок мы часто встречались со Светланой Леоновой, чемпионкой страны по нырянию. Большую часть своего времени она проводила под водой в поисках раковин и других сувениров морского дна. О ней действительно можно сказать, как рыба в воде. А студентка Лера Баранцева – страстный охотник.
охота, пожалуй, одна из самых увлекательных возможностей подводного плавания. Зеркало – самая неожиданная находка на дне морском. Без акваланга здесь можно пробыть не более 2 минут, а прошло уже гораздо больше. Приходится воздух позаимствовать у собеседницы. И под водой женщина остается женщиной. Каждый день приносил нам все новые открытия. На дне бухты «Новый свет» мы увидели еще одну группу операторов кинохроники. Здесь испытывалась новая аппаратура, мощные прожекторы. Необычная съемочная камера. И самое замечательное – подводный скутер. На таком аппарате можно совершать далекие путешествия по дну моря. С каждым разом мы убеждались, что морское дно было обжито. Но мы не теряли надежды найти нечто необычное. И однажды нам повезло. Что это за ручка? Мы начали искать вокруг. И нашли горловину пифоса, сосуда для хранения зерна. Как он попал сюда? Во время кораблекрушения? Или, быть может, на морском дне было некогда древнее поселение?
Мы подняли свои находки наверх. Быть может, они и не обогатят науки, но 20 часов, проведенных под водой, открыли нам новый, прекрасный мир. Все больше энтузиастов вторгается в него. Сильный, смелый, пытливый. Они раскроют еще много тайн морских глубин.